Господи. Я ничего обуть не могу. Я слепая, у меня первая грубо по зрению. В больницу я не пойду. А родственники есть у вас? Какие родственники? Чужие люди за мной ходят. А скажите, сейчас в чем вы нуждаетесь? Продукты какие-то? Я бы за деньги, я купила бы зернышек. У меня сейчас 14 еще коз. Я подписала квартиру. Сережа, у меня еще квартира. Купили колбаски, кефирчики. Здрасте. Здрасте, бабушка сейчас выйдет. А вы кто ей? Я за ней ухожу. Если будете, у вас обувь. Теплые нужно, ботинки вам. Это вам. Ну, мне неудобно. Давай. Ничего не надо. То есть это вот так живет бабушка, да? С ума сойти. Я сплю полусидячим постоянно. Да вы что? Чтобы не подниматься лечь.